Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет-привет, ребятки. Вы на канале GadgetX. И это снова обзор мобильного устройства от дяди Сережи. Такой вот у нас телефончик сегодня приехал. Nokia 5310 Express Music. Да. Так, что тут у нас? Такая вот у нас коробочка пришла черного цвета. Телефончик у нас черного цвета тоже на коробочке нарисован. Тут имей у нас стоят уже. Здесь что-то не знаю было, что-то содрано. Такая вот коробочка пришла от поставщика. В общем, открываем и смотрим, что же там у нас внутри. А внутри у нас сам телефончик. Так, у нас здесь зарядка тоненькая. USB кабель, наушники и мануал. Ну и все, в принципе, больше ничего нету, скажем так. Густым комплектом телефон не блещет, все самое необходимое. Так, отставляем нашу коробочку в сторонку, берем наш телефончик, который лежит вот такой вот, лежит вот, вот в таком вот пакетике маленьком. Вот, достаем его, и вот так он, ну, собственно, полностью черный телефончик у нас здесь. Все очень хорошо. Клавиши управления. Это вообще музыкальный телефон, для тех, кто не знает. Вот. И его как бы можно использовать вместо плеера. Здесь у нас специальные клавиши даже предусмотрены. То есть вперед, назад, play, пауза. Так, тут пленочка у нас стоит. Здесь пленочек нету. Тут не предусмотрены пленочки, потому что я не знаю почему. Ну, наверное, из-за того, что здесь такой корпус, как бы, ну, он матовый. И совсем не собирает отпечатки, что интересно. Вот видите, я его лапал, а отпечатков не остается. Хороший телефончик. Тут у нас логотипчик Nokia. И здесь у нас динамики. Я не помню, по-моему, здесь три динамика стоит. И это очень громкий телефон вообще. То есть само название говорит Express Music, что он там супер-пупер звучание у него. Здесь у нас под ремешок штучка. Тут у нас 3,5 мм разъем, кнопка включения и USB кабель. Так, снизу ничего нету. Здесь у нас гнездо для зарядки, клавиши управления, звуком, плюс-минус. Сейчас крышечку откроем, посмотрим, что там у нас. Так, а динамика здесь, походу, 2, а не 3. То есть один или один, я фиг его знаю, там заглянуть, ну вроде как нет, вроде как один, но должен быть очень громкий. Тут у нас под сим-карту разъемчик, а здесь microSD. Сейчас посмотрим, вот, что там под батарейки. А под батарейки у нас все тоже пленочка здесь стоит какая-то закрыта. Вот тут email у нас Nokia Corp, made by Nokia, сделано для Nokia. Круто. Круто. Так, закрываем и включаем сейчас наш телефончик. Послушаем, посмотрим, что там, да как. Так, включаем. Вот, он не разряжен. Так, акцепт. Сим-карту просит, сим-карты нету. И правда такой громкий, я так предполагаю, что это еще не на всю громкость. Так, минус, туда-сюда. Тут у нас такая тема у нас встречает прикольная, красно-черная. Зайдем в меню, сейчас поставим русский язык. Где он у нас? Так, фон, language setting, English. Тут у нас английский язык, немецкий, какой-то такой, то ли еврейский, то ли еще какой-то, исламский, может, какой-то, не знаю. Ну, в общем, нам русский нужен. Так, тут у нас пол батарейки еще есть. Выходим отсюда. Так, смотрим, что тут есть у нас. Кому? Никому. Так, не то. Вот так вот. Тут у нас камера на 2 мегапикселя. Без вспышки, кстати. Так, камера. Сейчас посмотрим, как камера наша на двушку снимает. Так. Ну, камера, конечно, так себе. Хотя я не знаю, может, это на экранчике она такая. Ну, в общем, 2 мегапикселя. Камера такая себе.
Сейчас снимем, посмотрим, что там у нас получилось. Как-то долго он фотографирует, что-то я не понял. Так. Функция. Видео, альбомный эффект. Так, а где же наша? Открыть галерею. Неудобное меню, конечно. Так, открыли галерею. Ну, что сказать. 2 мегапикселя. Ну, сами понимаете. Как бы качеством не блещет. По сравнению, конечно, с другими аппаратами, у тех, у которых там побольше. Так вот, такие вот у нас фоточки еще есть. Так вот, тут у нас. Это уже поставщик проверял, фоткал. Да. Тут у нас что-то поставлял фоточки нам. То есть, ну, 2 мегапикселя, что сказать. Так, что было, как говорится. То есть, камера есть и хорошо. То есть, этот телефон позиционируется как музыкальный, поэтому рассчитывать на большее. То есть, здесь упор на камеру явно не делали, потому что упор здесь сделали на музыку. Вот, и как плеер он очень хороший, звучание в наушниках тоже там суперское, вот. Ну, еще должны быть наушники хорошие, конечно же. Вот. Так что, сейчас послушаем звук с телефона, как он у нас тут будет петь. Видеоклипы какие-то даже есть. Ну, сейчас глянем, что-то кто-то снимал. Так. Ёлки-моталки. Это у нас поставщик звук проверял. Видео включал, там все дела. Nokia.com, это я не знаю, что это такое. Это, наверное, что-то можно загружать, короче, подключать интернет, все дела. Так, у нас музыка. Сейчас мы... А музыки-то тут и нету. Темы, графика, сигналы. А вот сигналы есть. Аудиозаписи галяк. Сейчас нам сигналы зайдем. С сигналами у нас тут, конечно, не густо. Тут совсем немного их. Хотя нет, тут нормальный. Слышь, календарь, алерт. А звук-то хороший. Громкость еще не на всю была включена. Ого. Кричит неплохо, так, стоп. Так, а ну-ка включим что-то нормальное. Клопит. Месседж. А где нормальная музыка? Так, нам нужна нормальная музыка, елки-моталки. Где она? Сигналы вызова. Elvis here. Ага. Так, какая-то шумная музычка. Больше, ну что-то поспокойнее. Ну, качество сами можете слушать, да, ну, то есть слышно, качество хорошее, очень хорошее. Звук, как говорится, то, что надо, то есть динамик свое дело делает. Конечно, очень хороший телефончик, плеер с него хороший, звук очень хороший, и как бы стоит он там по сравнению с современными аналогами не столь дороже, как они, вот, и тем не менее качество здесь очень хорошее. Тут у нас какой-то индикатор есть, я так смотрю, блестит. Тут у нас разговорный динамик, клавиши у нас блестят уже, не глянцевые. Так, ну, в общем-то, что я хотел, я послушал и посмотрел, вот, и думаю, вы тоже это увидели и услышали. Качество телефона хорошее, сборка хорошая, ничего не скрипит, не люфтит, так его как бы не погнешь, нормально. Вот, такой вот у нас аппаратик на обзоре сегодня был. Так что, кому интересно, смотрите, заказывайте, ссылка есть, кстати, в описании, переходите. Покупайте, если кому нужен такой телефончик, вот, стоит он там недорого. Так что, ребятки, всем спасибо, пока, подписываемся на канал, ставим лайки, пока-пока. Понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся на канал.